Мої вітання, це програма «Час порад». Ми у прямому ефірі і приємно, що ви зараз із нами. Особливі, яскраві, дуже щирі і відкриті. Як і чим живуть сьогодні сонячні люди? Про це будемо говорити в першій частині програми. Після того, як ви ознайомитеся з інноваційною косметологічною процедурою омолодження, дієтолог розповість нам, як швидко і корисно снідати. Давайте починати. Здається, що все у них гаразд. Однак та третя хромосома, що якимось чином потрапила у 21-ту пару, по-особливому дає розвиватися або навпаки впливає на організм. Втім, які ж вони, сонячні люди, будемо зараз розбиратися, з якими проблемами стикаються не лише вони, а їхні близькі і рідні. Будемо зараз розбиратися з моєю гостю. Сьогодні в нашій студії Венера Шевченко, член громадської організації ДЕСИТ. Я рада вітати вас, пані Венера, в нашій студії. Дякую, що ви сьогодні до нас прийшли. От які вони, сонячні люди? Ну, и сонячные, почему, да, не поэтому, почему в народе называются солнечные, потому что по характеру они чаще всего добродушные люди, доверчивые, они очень любят людей, они любят опекать сами за другими людьми, за другими детьми. Вот. Но, к сожалению, если сравнивать, как растут дети в нашей стране и уже в развитых странах, мы, конечно, отстаем по тому умению их включать в общество, потому что постсоветская тогда эпоха приводила к тому, что создавались специальные школы, интернаты, где они закрывались. То есть слава Богу, вылучалась из общества. Да, и не отключались. Да. Даже если обычного ребенка изолировать, у него тоже не будет развития. Угу. Поэтому, конечно же, мы очень рады, что в нашей стране уже вовсю идет процесс инклюзии, открытие школ с инклюзивной формой обучения. Ну, как в любом начале, есть, конечно, свои проблемы. От, я хочу повернутися до того, як я вас представляла, громадська організація ДЕСИТ. Тобто об'єднуються всі, скажімо так, родини, да, які от стикнулися з проблемою народження дитини з синдромом Дауна. Да? Да. Коли ти дізнаєшся про це, то ну, напевно, що як оце, до речі, відбувається? Це виявляється, що в процесі вагітності чи не завжди? 70% случаев виявляється в час беременності, і якщо це було виявлено в більш ранні сроки, то у сім'ї є право вибору винашувати дану беременність чи переривати. Ну, например, по данным тех стран, где считается медицина самая развитая, у них все-таки о том, что ребенок имеет синдром Дауна, узнают в поздние сроки беременности, когда уже нельзя ее прервать, или уже после родов, это около 15%. В Украине у нас, конечно, этот, наверное, показатель ближе к 30%. То есть каждый третий ребенок рождается, когда родители даже не предполагали, что и врачи даже это... Случайная мутация здесь совершенно не играет роль здоровья родителей. У родителей совершенно нормальный, здоровый хромосомный паспорт. Вот, и поэтому это вот такая вот как це що? Случайная... Це хвороба, це розлад, що це? От як, ну, розумієте, ну, можливо, і це і наша помилка, те, що ми дуже мало про це говоримо. Да? От дуже мало ми говоримо про те, які вони. Тобто, на... З чим, якщо родина стикнеться, щоб не боятися, чи слід боятися, чи от яке майбутнє цієї родини? Я розумію, що все буде підкурятися саме цій маленькій дитинці, бо її треба ж буде ставити на ноги. Однак кожен батько і кожна мати стикається з цим і з тими дітьми, які умовно здоровими народжуються. Да? Ну, тут така ситуація, що взагалі ніхто
Ни один человек не может застраховаться от того, что у него родится ребенок с тем или иным диагнозом. Это настолько непредсказуемо. И то, что сейчас это вовсю говорится, и спасибо и вам, телевидению, интернету, то есть уже каждый начинает понимать, что не все в руках врачей или того человека, как бы он ни готовился к беременности, как бы он ни исключал какие-то там нюансы, свои курения, там специальное питание, сколько нам случаев рассказывали, 3D-УЗИ, клиники, которые считаются высокооборудованными. Все равно бывают случаи. Генетичные исследования, да, и все такое. Да, есть ситуации, которые помогают, выявляют своевременно, и тот человек имеет право выбора там, прервать беременность и потом запланировать уже беременность здоровому ребенку. Но если так уже случилось, значит случилось. Такие дети рождались, рождаются и будут рождаться, потому что главный фактор, доказанный, который влияет, почему чаще происходит зачатие таких детей, это возраст родителей. И смотрите, раньше мы рожали, считалось, 20-25 лет. Сейчас наша молодежь планирует рождение детей в 30 лет и позже. То есть случаев зачатия детей с синдромом Дауна будет все больше и больше. Да, будет лучше выявляться, но и больше будет случаев пропуска. Угу. Поэтому были проведены в Великобритании исследования, которые сравнивали 15 лет назад и потом на 2012 год. Было больше сделано абортов, но сколько родилось детей, столько через 15 лет и родилось. Потому что увеличилось количество зачатий. Поэтому, конечно же, здесь уже стоит вопрос о том, чтобы общество было толерантное, и врачи умели сообщать диагноз, и чтобы наша система образования была готова принять такого ребенка в детский сад, в школу. А от наскільки вона готова? Я взагалі... От ви дуже такі визначили два компоненти, я б так сказала. От я їх зараз лише два і вилучу. Да? Це суспільство, наскільки готове приймати таких людей і дітей. І, знову ж таки, наша система освіти, бо від цього залежить теж, як дитина буде розвиватися, як вона буде далі, ну, майбутнє її. Ну, дуже завітно. Перший бар'єр в розвитті дитини є сам його родитель. Если у ребенка, если у родителя такого особого ребенка имеется страх, что его ребенка обидят, что настроят взрослые детей, которые, может быть, и пока не маленькие, до 6 лет, они вообще не понимают разницы. Поэтому не надо бояться детских площадок, не надо бояться детских садов. Если родитель другого ребенка не сказал «не дружи», то там очень идет очень хорошо инклюзия, включение, и дети очень хорошо дружат между собой, подтягиваются. И этот ребенок, он принимает правила большинства, ему легче потом идти в школу. И дети, которые в детском саду с таким ребенком прошли, он не будет удивляться, что в школе такой же ребенок будет. А потом эти обычные дети вырастут и станут работодателями. И они не будут бояться брать такого человека с синдромом Дауна на работу. Поэтому это то, что, через что прошли все европейские страны. Ну, вони це пройшли, як ми це проходимо? Як наш шлях отакий? Він тернистий чи він такий легкий? Ну, поэтому мы и объединились когда-то 7 назад. Вот я ж до того и веду, чомусь ну, такие вот упертые, ничего не боящиеся родители, мы стали объединяться, помогать друг другу. Например, встреча с другими родителями у меня перестала вызывать чувство собственной вины, что я где-то что-то упустила. Это проходит каждая семья. Когда мне на протяжении последних 10 лет звонят родители, которые там только родился ребенок, врачи дают координаты, чтобы пообщаться с общественной организация с такими же родителями. Все мы проходим из раза в раз одни и те же шаги. Это шок, стадия шока, потом поиска виноватых, потом уже идет адаптация, уже, да, поиск уже решения каких-то проблем, да, и потом уже включение в обычную жизнь. Вот, и поэтому, конечно же, здесь очень важно самому родителю включиться, встрепенуться, поднять свою пятую точку, начать общаться между собой, искать единомышленников. Не треба замыкаться от в своей... Тем более у нас в Днепропетровске, в Днепре есть прекраснейший центр раннего вмешательства при областном, Днепропетровском областном психолого-медико-педагогическом центре, то есть... Много частных развивающих центров с грудного возраста. Вот. Не надо сидеть дома, плакать и не ждать, что кто-то поможет. Наши дети очень обучаемы. Вообще, когда в Киеве была конференция в ноябре, это всеукраинская конференция по синдрому Дауна, были и зарубежные наши коллеги, когда им задают вопросы, ну вот, а что вы делаете с необучаемыми детьми?
их это слово «не обучаем» вообще ввергает в шок. Такого у них нет такого понятия. Каждый ребенок обучаемый, и то, что у людей с синдромом Дауна есть способность обучаться до конца своих дней и в старческом возрасте, это да. Просто не знали о том, что есть гипотиреоз, который легко лечится. То есть это снижена функция щитовидной железы. Есть проблемы со слухом, которые тоже можно тобто решать. Тобто люди з синдромом Дауна, вони мають такі супутні хвороби, да? Да, если просто... вовремя на них обращать так. внимание, то есть, в принципе, збираються всі бар'єри к образованию. Да, здорові люди, да, ті, що народжуються без якихось синдромів, вони теж мають такі ж самі, можуть мати такі ж самі проблеми. Да, ну що, очки наші діти не так, можуть носити. Так, так, або не хворіють. Да, поэтому, конечно, они чаще болеют, но, в принципе, может быть, медленнее приобретают навыки чтения, хождения, одевания, но они учатся всему этому, поэтому угу. достаточно самостоятельные. Дивіться, зараз існують спеціальні, скажімо так, центри, да, для розвитку дітей з синдромом Дауна. І існує звичайна система освіти, тобто дитячі садочки, школи і таке решта. Де дитині, такій дитині, сонячній дитині буде краще? Ну да, 2-3 лет, конечно, это дома. Ну, звичайно. А где мама ходит специалистом, приобретая навыки, как дома заниматься, на что будешь обращать внимание, какие более полезные игры для ребенка, какие методики. Иногда мы пару родителей сами лучше иногда знаем и приносим нашим специалистам и делимся. Например, методика Номикон математика, она, к сожалению, у нас в стране не лицензирована, и даже школа, которая есть инклюзивная форма обучения, к сожалению, не может ее приобрести за валюту. Вот такая проблема. Вот, поэтому мы покупаем, сами разбираемся в ней, потом приносим учителю. Учитель, если принимает, понимает методику и считает, что она действительно эффективна, он занимается с ребенком в школе. Или там в каких-то центрах. Но это точечная помощь. Вот, угу. К сожалению, это как бы вот мешает системным изменениям. Тобто такого державного системного підходу до вирішення, ну я не скажу, що це проблема, питання, да? Його немає. Ну, кроме Номикона, очень много других вещей, поэтому, ну, конечно, вот, вот инклюзия, она у нас только в начале, да, очень много, вот учитель или воспитатель, он принял вот философию инклюзии, но у него нет опыта. Так, от поэтому, чи можуть вони десь навчатися? І от це відчуття неефективності, відчуття некомпетентності, да, іноді пугає, і він говорить, може бути, ви все-таки його відведете в спецшколу, от ще зараз таке має місце. Тут от здесь грає роль, наскільки уперт сам родитель. Він не має говорити, ви обов'язані, ви повинні, це ваша робота. Нужно пойти на сотрудничество і сказати, давайте ми вместе з вами. Тобто от ці взяти... обязанности, как это, ответственность за обучение, не только кидать на воспитателя и учителя, потому что он не имеет опыта. Да. И когда воспитатель и учитель, он видит поддержку, он не будет ожидать каких-то либо упреков, а все будет в сотрудничестве, то, конечно же, это будет только плюс как ребенку. Во-первых, учитель и воспитатель, когда видит, что он позанимался и видит успех его ребенка, и мама, которая трясется сначала, а потом она приходит, да, вот, спокойно, или там папа. И воспитатель и учитель видят, что он тоже сыграл роль, что в этой семье пришло счастье, что какое-то спокойствие, а не пихтарение. То есть это, конечно, очень такой приятный процесс, когда вот взрослые начинают результат дружить вы бачите, ради так, ребенка, так, да, так. Они начинают правильно между собой взаимодействовать. Угу. Як дітки такі от в колективі, в дитячому, адже ну, не секрет, діти як дуже відкриті і щирі в такому позитиві, так вони можуть бути відвертими і щирими в прояві негативу. Як вони, наскільки вони готові? Це від кого залежить? Від батьків в цьому маленькому колективі, в класі, від вчителя, від чого? Ну, смотрите, навіть якщо взяти дітей без синдрома Дауна, без аутизму, без каких-либо вот других таких диагнозов, да, которые как бы больше говорится, когда мы говорим об инклюзии, дефект воспитания. Если дома люди агрессивны, родители ругаются и бьют ребенка, конечно, это все выплескивается. Да? То есть вот агрессивный ребенок это... Если, допустим, есть нарушение поведения,
Но родители понимают, что что-то нужно делать с этим, то есть они идут к консультанту, они идут к психологу, они ищут грамотного поведенческого терапевта для того, чтобы решать те или иные проблемы, которые могут быть связаны не с дефектом воспитания, а с какой-то особенностью ребенка. И это хорошо очень развито в тех организациях, которые представляют интересы детей с аутизмом. Угу. Там поведенческие терапевты, вот они помогают и нашим детям с синдромом Дауна. Без аутизма, когда есть какие-то вот проблемы поведенческие. Угу. То есть главное как бы не опускать руки, идти вперед. Вот я зараз вас слухаю, і от так на, ну, у мене така проекція, да, не можна залишатися на одинці. От у вас такий досвід, ви можете і там підказати, і там підказати, ну, от в своїй громадській організації. Тобто обов'язково, до речі, як часто до вас приєднуються, і наскільки охоче, і чи є ті такі, ті, що от говорять, ні, я краще сам. От прийшли, ну, спробували. Предлагаю зайти на нашу страницю Facebook. Я заходила, я, да, для людей кажу. Можна на мою страничку, тому що моя страничка, наверное, більше пестрить по моїй дочері, тому що мені є чим гордитися. Я дуже, у нас в сім'ї всі обожають її, є чим гордитися. І собою ми пишаємося, поэтому у нас, ми создали вайбер-групу свою. Тому що так легше общатися. Так, і будь-яке питання швидко можна, да, знайти. Так, наприклад, спеціаліста того чи другого, або от у мене така проблема, що ви вирішуєте, або, наприклад, якийсь новогодній праздник, або просто ділимося фотографіями. І нові батьки, їм легше. От коли ти чувствуєш, що ти не один, то есть как бы и вот эмоциональный статус, и семейный, внутрисемейный климат, он намного облегчается, и возвращаются те краски жизни, которые были разрушены тем моментом, когда сообщают диагноз. Ну так, да. Как каждая родина, может быть. Я помню, когда я в таком была периоде, что даже не замечала, что трава зеленая, цветы красные. И вот, ну, это проходит, это все проходят, это просто пережить, надо выплакать. Недавно мне звонила мама, вот ей 28 лет, красивая очень женщина по фотографии. Ну, вот у нее только 2 месяца ребеночку, и я ее прекрасно понимаю, потому что ей надо выплакаться. И это пройдет, принятие ребенка придет, и если человек сильный по своему характеру, любит своего ребенка и любит себя. Угу. Ну, как можно теперь отдать ребенка? Угу. Надо же, еще до 28, да, надо же быть довольной еще и собой. И папе надо быть довольным собой. Да. Поэтому и бабушки по полностью, они сначала, может быть, переживают, потому что они еще из того периода, когда это кошмар, таки, да, так. То это такие сладкие дети, это я обожаю смотреть фотографии. И, честно говоря, из любого ребенка можно сделать конфетку. Посмотрите наши фотосессии. Ну так, от ви сказали, можна чим пишатися. Нам є чим пишатися. От давайте в двох словах, якщо це можливо, чим пишаєтеся. У нас є піаністка Ліза Бабіч, которая уже виїжджала за пределы страны, выигрывала много грантов с синдромом Дауна. У нас есть дети, которые вот выигрывают в паралімпійських іграх. Моя ходит, очень любит танцевать и заниматься живописью. Мне очень, я вообще удивилась, что она выбрала такое направление хип-хоп. Для них характерна мышечная гипотония. У нас есть мальчишка, который первый раз ему 8 лет, и он занял первое место в паралимпийских по плаванию. У нас в Днепре, поэтому, в принципе, мы, конечно, есть чем гордиться. У нас есть ребенок, который шикарно, девчонки, 7 лет, она шикарно читает стихи с такой интонацией, ну, просто готова актриса. Угу. Це, скажіть, це вроджене чи це те, що розвили батьки? Ну, давайте любого ребенка можно просто превратить человека с кучей комплексов. То есть, конечно, все, если любой психолог скажет, очень многие проблемы тянутся с детства. Угу. И обычно так и здесь. Угу. У нас існують якісь програми для того, щоб, я маю на увазі, от я до держави все ж таки хочу, ви в своєму от котлі варитеся, ви своїми зусиллями і своїми силами, і своєю активністю, і наполегливістю розгрібаєте оцю. Держава як допомагає?
Ну, мы очень дружим между городами. У нас уже почти 17 общественных організацій. Громадські організації, тобто власні об'єднані. Ваша власна воля об'єднатися і власними зусиллями долати ті чи інші проблеми. Існує державна програма підтримки таких сімей. Тобто, коли б вас відправляли, припустимо, ну, влітку діти, сьогодні вони навчаються в школі, дай Бог, щоб в звичайній освітній, а приходять канікули, і діти такі мають право на оздоровлення. Вони їдуть точно так же, як і всі решта в піонерські. Це велика проблема, це велика проблема. Тобто оці державні такі от дрібнички, з яких складається ваше життя. Ну, сейчас очень много финансов вносится, чтобы инклюзия пошла в детские сады и школы. Должно быть, у нас большой дефицит ассистентов-учителей пока есть. Поэтому порой родителям самим надо или искать, или самим выполнять роль сопровождения. Ну, например, для детей с синдромом Дауна ассистент учителя или тьютор. Это помощник учителя, он сидит во время занятий. Он не всегда нужен на все 10 классов. Это может быть нужно только на какое-то первое время, пока ребенок приучится правилам поведения в школе, распорядку и так далее. Поэтому, в принципе, это не пожизненно необходимое сопровождение. Но наши дети любят ходить в театр, в боулинге, на самые там спектакли, но они сами туда не приедут. Угу. Ребята любят, вот мы с подростками сейчас, вот у меня девочка-подросток, мы делаем свои подростковые такие вот как бы клубы, вот, они с удовольствием живут обычной жизнью, но надо их привести и ввести, потому что они не все могут пользоваться общественным транспортом. Но создать условия их полноценной жизни не могут. Создают пары. Сколько примеров. Угу. А что касается государственной, то есть утопающие – дело самих утопающих. Я как врач, то есть когда мы вот здесь разбирались и выяснилось, что у нас, оказывается, нету клинического протокола для педиатров, как наблюдать за такими детьми, которые уже родились, не как вовремя выявить и прервать беременность, а чтобы как наблюдать уже ребенка, то мы вместе, там большая команда родителей из разных городов при поддержке Всеукраинской благотворительной организации «Даун-синдром», мы 2 года работали вместе с Министерством здравоохранения Украины, и у нас 15 году впервые в Украине появился клинический протокол, благодаря тому, что мы сами родители сделали такой запрос. Вот поэтому есть экспериментальная школа в Киеве, называется «Перспектива 21.3», там, где уже после 5-летнего опыта создана очень такая интересная программа для детей с синдромом Дауна, как их учить чтению, письму, математике. И мы надеемся, что Министерство образования тоже как бы поможет и утвердит эту программу, чтобы она пошла в массы. Ось дивіться, у нас завершується время, я не можу вас відпустити без цього запитання. Зараз ми говоримо про дітей, зараз ми говоримо про розвиток цієї програми інклюзії, але вони виростуть. І що далі? Ви ж не будете, скільки зможете, то будете супроводжувати. Однак, як ви бачите, ми не піонери. Существуют целые деревни, есть дома самостоятельного проживания с социальным сопровождением. Есть в странах налаженная система социальных услуг, которая только сейчас внедряется у нас в Украине. Когда уже, допустим, моя дочь может вырасти и жить отдельно, у нее будет как малосемейка, но будут социальные работники, которые будут помогать с приобретением продуктов, но они могут прекрасно, например, готовить, кушать. Это есть пример, пара, которая живет в семье, они сами готовят, сами выбирают, что покупать, но они не умеют рассчитываться деньгами. Вот родители сопровождают, но они совершенно сами, сегодня у них своя комната, они живут совершенно самостоятельно. Вот. А поэтому я так думаю, что вот пока моя дочь вырастет, я надеюсь, что у нас тоже будут такие социальные послуги, там, где мой старший сын не будет вынужден брать на себя опеку, они будут друг к другу в гости ходить. Угу. И я, будучи с мужем в старости, тоже нуждающий в уходе, наша душа будет спокойна, поэтому уже это, в принципе, не за горами, потому что если буквально 3 года назад один из представителей нашего областного управления образования говорил, это инклюзия, у нас еще не будет лет 20. Смотрите, 3 года прошло, и
Хто не знає, що таке інклюзія? Хто не знає, що знаєте, такое? я вам чесно скажу, я навіть не очікувала, що у нас буде така сонячна бесіда, бо я розумію, що у цих сонячних дітей сонячні батьки. От вони вас, мабуть, заряджають, вони вас от таким от сонячним посилом, позитивом і оптимізмом надзвичайним, вони вас от його вселяють. Я вам надзвичайно вдячна. Єдине, що я з цього всього хочу винести, що, знаєте, якщо хтось з наших глядачів коли-небудь або вже стикнувся з цією проблемою, або проблемою незнайомства, незнання, що таке сонячні люди, то от приєднуйтеся до тих, хто все вже це знає, пройшов і проходить щодня. І не залишайтеся наодинці, бо подивіться на пані Венеру, я спілкувалася з багатьма представниками цієї громадської організації, до речі, знаю теж і знала людину, яка теж має синдром Дауна, яка цитувала короля Ліра і знає на всю повністю цю п'єсу. Тому надзвичайно я вам вдячна з таким посилом позитиву. І я бажаю вам добра і оцієї сонячності, пронести її і разом долати всі перепони, які... я зрозуміла, що вам вже і не страшно нічого, бо ви все вже знаєте і вмієте. Дякую вам, шановні. Зараз дивіться і знайомтеся з новими новинками, точніше, в сфері косметології, а потім перейдемо вже на майданчик майстер-класу. Здравствуйте, я косметолог Ковпак Юлия и хочу рассказать вам о самой популярной процедуре в мире – плазмолифт. Это процедура воздействия плазменного луча на кожные покровы. Благодаря этому в коже резко вырабатывается гиалуроновая кислота и коллаген. С помощью этой процедуры мы можем убрать морщины разного типа, пигментацию, растяжки, рубцы после шрамов и постакне. Эффект вы можете оценить сразу после процедуры. Он будет длиться в течение года. Итак, давайте приступим к процедуре. В этом мне согласилась помочь Инна. И первым этапом будет нанесение анестезирующего крема во избежание каких-либо неприятных ощущений. Сейчас мы обрабатываем кожу. Зона воздействия будет лоб. Обрабатываем кожу хлорхексидином с целью очистить и обработать кожу. И теперь на очищенную кожу мы наносим анестезирующий крем. Крем наносим толстым слоем для того, чтобы анестезия лучше взялась. Анестезирующий крем накрываем пленкой для лучшего воздействия. Нам нужно подождать 10 минут для того, чтобы анестезия подействовала. Пока ожидаем действия анестезии, я немножко расскажу об этой процедуре. Эта процедура новая в области косметологии. Ее уникальность в том, что нет реабилитационного периода и эффект заметен сразу после процедуры. Но есть несколько противопоказаний. Это сахарный диабет, инсулинозависимый, онкозаболевание и наличие каких-либо металлических имплантов в организме. Эта процедура практически безопасна. Ее выполняем мы одноразовой иглой, которая находится в таких крафт-пакетиках. Эту иголочку мы вставляем в сам аппарат. Аппарат представляет собой плазменную ручку, через которую подается плазменный луч, который прогревает нижние слои кожи до 50 градусов, не повреждая верхние слои. За счет этого кожа минимально травмируется. По истечению 10 минут мы демонстрируем иголочку пациенту и вставляем в плазменную ручку. Чем удобен этот аппарат? Тем, что мы можем отрегулировать силу воздействия на кожу, выставив необходимую мощность. Сейчас мы убираем анестезию. Кожа уже хорошо занемела. Наносим хлоргексидин, чтобы кожа была увлажненная. Это для лучшей проводимости плазменного луча. Итак, приступаем. Кожу мы не прокалываем. Иголочка приставляется к коже, и за счет этого плазменный луч проникает внутрь. Вы можете увидеть на крупном плане дымок. Это показатель того, что лишняя кожа сжигается. Морщинки мы проходим не в центре самой морщинки, а по их контуру.
сверху и снизу. Вот эти вот точечки черные остаются в течение 3-5 дней. Их нужно увлажнять кремом, потом они самостоятельно отпадают. Проходим каждую морщинку, то есть не весь лоб, а именно конкретно по морщинкам. Можем попросить поднять еще брови вверх и посмотреть. Все, расслабляем. И потом уже по завершению процедуры мы еще делаем такой разреженный эффект, вот просто для лифтинг-эффекта, точечный немножко. В зависимости от какого изъяна мы хотим избавиться, уровень воздействия будет по-разному. То есть, если это морщинки, то мы по их контуру работаем. Если это пигментное пятно, мы затушевываем его полностью. Также и растяжки обрабатываются другим способом. На этом процедура закончена. Воздействие плазменного луча минимальное. Завершающим этапом является нанесение заживляющего крема, который снимет отек, покраснение и поспособствует быстрому заживлению ранок. Последствия плазменного луча сохраняются еще в течение 5 дней. Самое главное их увлажнять и питать кремом заживляющим. После 5 дней корочки сойдут и кожа будет иметь омолаживающий эффект. Еще одна положительная особенность этой процедуры в том, что она не имеет сезонности. Ее можно делать как летом, так и зимой. Это очень удобно для клиентов. Желаю вам оставаться всегда молодыми и красивыми. С вами была косметолог Ковпак Юлия. Всем удачи! Чи любите ви хворіти? Ну, швидше за все, що ні. А чи знаєте ви, що аби сопливий ніс не став вашим постійним супутником, потрібно добре снідати? От про цей зв'язок будемо зараз говорити з моєю гостю, тренером, фітнес-тренером і фітнес-дієтологом Ольгою Кармелітою. Я рада вітати вас, Олю, в нашій студії. Ви завжди приносите, знаєте, ви дієтолог, однак завжди приходите з таким багатим столом, я б сказала. Я вам за це дуже вдячна. Однак, от давайте про сніданки. Я так розумію, що у вас тут декілька прикладів того, як можна добре поснідати. Однак, хочу почати з того, навіщо, чому так потрібно снідати? І чи правда, що якщо не будеш снідати добре, то той сопливий ніс то буде супроводжувати тебе постійно? В першу чергу, да, завтрак – це основа основ. Тобто це основа здорового, правильного утра. Почему нужно завтракать? Потому что это, прежде всего, залог хорошего обмена веществ. То есть это для всех, кто следит за своей фигурой, формой, во-первых. Во-вторых, это, конечно же, подспорье вашего иммунитета. Да, особенно вот когда у нас зима, вьюга и тому подобное. Вот, необходимо завтракать. Но еще чем завтракать, это также очень важно. То есть, конечно же, важно, чтобы это были продукты, богатые витаминами, минералами, белками, правильными жирами, углеводами, именно правильными. Вот знаете, когда диетологи говорят про правильное харчування, то одразу виникає таке, от знаєте, як відторгнення того, що якщо правильно харчуватися, це, по-перше, це не смачно, по-друге, це дуже довго. Вот сегодня, потому я специально подготовилась к этому эфиру, у меня был такой девиз. Первое – быстро. Второе – здорово. Третье – вкусно. Обязательно, чтобы это было вкусно. Всегда работая с своими девочками, которые бы хотят быть в хорошей форме, я говорю: девочки, вы должны получить в первую очередь удовлетворить свой эмоциональный и визуальный голод. Вы должны получить удовольствие от того, что в первую очередь вы видите на тарелке. Очами, а потом уже на язык. Класс. Дальше вы должны удовлетворить свой осязание, да, то есть вдохнуть, и вам должно понравиться то, что пахнет. До речи, зараз дуже смачно пахнет. Вот. И третье, уже тогда удовлетворение физического голода, вот, когда эти все моменты соблюдены, тогда и замечательный гормональный фон. Тогда же можно выяснить, да, а замечательный гормональный фон приводит к тому, что мы в хорошей форме, хорошо выглядим, у нас румянец, отличные, здоровые, блестящие волосы, ногти, кожа и тому подобное. Вот, потому сегодня хотела бы рассказать, как у каждой из нас, у каждого мужчины, у женщины, у ребенка должно выглядеть утро. То есть вы проснулись, и я не говорю о других процедурах, я говорю о внутреннем душе. То есть каждое утро должно у вас начаться со стакана чистой
воды, обязательно комнатной температуры. Обязательно. Это не должна быть холодная вода. Здесь вы можете проэкспериментировать. Это очень индивидуально. Вы можете добавлять мед, вы можете добавлять лимон, а можете и то, и другое. Но как минимум это должна быть чистая вода. Я лично люблю чистую воду. Вот. То есть это ваш внутренний душ, с чего должно начаться ваше утро. Когда вы это уже сделали, вы можете приступить к любым другим делам. Вы можете поставить, приготавливаться или подогреваться ту пищу, которую вы будете употреблять через 20 минут. Тобто це не означає, що ми випили стакан води і одразу сіли і почали снідати. Це має пройти якийсь проміжок часу. Да, то есть 20 минут – это то замечательное время, когда водичка сделает свое доброе дело, то есть запустит ваш обмен веществ. И я не зря говорила о теплой воде. То есть не холодный. Вот, этих 20 минут утром — это шикарное время, за него можно успеть очень многое, вот, и даже можно подготовить очень полезный и приятный завтрак для всей семьи. Вот, и сегодня я подготовила 7 завтраков, которые готовятся достаточно быстро. Некоторые могут готовиться, запланироваться с вечера, некоторые могут готовиться уже непосредственно утром. Я бы хотела также поговорить о таком замечательном качестве любого человека – это планирование. Планирование должно быть во всем. Да, в жизни планирование, в работе, в карьере, в семейных отношениях. Также, если у вас есть цель быть здоровыми, качественно жить, да, то в этом тоже должен быть план. То есть в первую очередь, в чем заключается стратегия вашего плана? Заключается стратегия в том, что в вашем холодильнике находятся замечательные полезные продукты. Так как мы говорим сегодня о завтраке, то это, конечно же, яйца, творог, это же, конечно, на вашей полочке полезные крупы, это цельнозерновой бездрожжевой хлеб, и это много-много зелени. Это то, что должно быть всегда в холодильнике. Не нужно тратить много времени, вы один раз в неделю составили список, сходили за покупками, приобрели все, что вам необходимо, и оно уже у вас есть. Все. Дальше вы просто творите и делаете свою семью счастливой, потому что и здоровой, потому что они употребляют правильную и здоровую пищу. Но у вас уже готові, от уже страви готові, да? Що, тут же ще важливо, що з чим має споживати. Сочетание. Так. Да. Отличное сочетание всегда белок с зеленью. Это всегда хорошо. То есть, если мы говорили о мясе, но так как у нас утро, мы будем говорить больше о яйцах. Вот, потому что яйца — это прежде всего легко усваиваемый белок, который в сочетании с зеленью будет также давать такой объемность, быстрое удовлетворение, насыщение, вот, и энергетический посыл такой организму. Так как много в яйцах витаминов, минералов, полезные жиры, вот, все это есть. Вот, например, давайте, так как мы начали с яиц, угу. Первый вариант на первой тарелочке — давайте это... Давайте я вот просто покажу. Первый вариант — это у нас немножечко будет связано... Ну, я бы сказала, такая... С кашами. Здорово, порция. Здесь у нас идет, мы сегодня не говорим о похудении. Если мы говорили бы о похудении, то здесь бы мы оговаривали какие-то порции конкретно с человеком, зависимо от его каких-то моментов. Здесь мы говорим о сытом завтраке, это может быть мужской завтрак. Здесь каша около 150 грамм, яйцо и салат. Гречка, вот я наголошую, гречка. Да? Тобто це може бути будь-яка каша бути, чи все ж таки я спеціально приготовила гречку, тому що це все-таки з точки зрения диетології королева каш по своєму составу, которая богата белком, масою вітамінів, отлично сочетається, быстро усваивается, и самое главное, что это источник именно сложных углеводов, который будет постепенно давать вам энергию. То есть если давайте сравним, да, вы съели булочку, это простые углеводы, непонятные жиры, идет резкий скачок сахара в крови, в итоге вроде бы как бы вы уже такая вся бодренькая, через 30 минут это все заканчивается. Почему? Потому что это быстрые углеводы, быстрая реакция поджелудочной железы, выброс большого количества инсулина, где забирается вот этот сахар с крови, и все. И вы, возможно, часто все чувствуете, что опа,
и у вас нет энергии. И силы немало. Вы пока приехали на работу, вы уже сели. И спать хочется. Вот, и думаете, вот что-то я не доспала. Mm-hmm. На самом-то деле вы неправильно позавтракали, вы, возможно, даже доспали. Вот, что если мы будем говорить о каше, здесь, в принципе, может быть другая каша. Здесь может быть ваша любимая пшеничная, пшенная, кукурузная. То есть то, которое вы любите, если вы не очень любите гречку. Но важно взять именно кашу, овсяная каша. Вот если мы будем... А знаете, вот так вот взять и наготовать на тиждень вперед, а потом зранку разогреть. Это правильно? А, вот это не очень правильно. Все-таки еда должна быть свежая. А когда она свежая, она хорошо пахнет. Мы уже об этом с вами только что говорили. Потому, как быстро, например, приготовить гречку? Вы с вечера промыли ее в кастрюльку, один стакан гречки, два стакана воды и оставили. Утром вы покопили свою воду, включили плиту, и все, у вас через 15 минут уже свежая каша. Вы положили туда несколько грамм сливочного масла. Заметьте, сливочное масло, не нужно его избегать, просто ищите в магазинах качественное сливочное масло, и тогда ваша каша будет полезна. С точки зрения желудочно-кишечного тракта, это прекрасная реакция, это нормальный отток желчи, который за ночь скопилась, то есть это профилактика желчнокаменной болезни. Вот, потому не нужно избегать сливочного масла, не бойтесь его добавлять в кашу, просто умеренное количество должно быть. Вот, и у вас свежая гречка утром приготовлена. В принципе, можно поступать так с любыми достаточно кашами. Плюс у нас сейчас есть мультиварки практически у каждой хозяйки, потому я не буду об этом говорить даже. Сегодня еще, если мы начали о кашах, вот в первых двух стаканчиках вот здесь вот представлено тоже каши. Очень модный такой идет сленг в интернете, овсянка в банке. У меня не банка, у меня стаканчик получился, но суть в том же. Вы с вечера ровно 60 секунд вашего времени понадобится. 60 грамм хлопьев овсяных. В данном случае это шоколадная овсянка с бананом, корицей и кофе. Вот. Немножечко, буквально на кончике ножика вы ложите туда кофе, заливаете это молочком, банан, корица и чайная ложечка меда. Можно даже немного меньше, в зависимости от того, насколько вы любите сладкое. Все, вы закрили ли кулечком или какой-то крышечкой, поставили в холодильник или же на балкон. Тобто з вечора це я собі так наготувала, зранку встала, у мене вже все готове. Утром, если вы хотите это употребить как прохладный десерт, если это, например, летом, точно подогревать не нужно. Если все-таки сейчас у нас зима, хочется что-то такого тепленького, вы можете на несколько секунд поставить его, этот десерт в микроволновку, или же, если нет микроволновки, можно где угодно, да, на водяной бане подогреть, можно даже просто в мисочку и подогреть, вкус не изменится, просто будет тепленький. Этот вариант — ванильно-банановая овсянка с орешками ванильно-банановая с орешками, что у нас там еще? Изюм. Вот. Тоже вкусы разные, и мед как подсластитель. Заметьте, сахара здесь нет нигде. Так, стоп. Да. Подробиці. Давайте. Ви це перемелюєте чи просто заливаєте все? Ні, нічого. Тобто горішки, вони там ціленькі. Перший шаг. Родзинки теж ціленькі, да? Перший шаг. Засипала овсянку. Второй шаг. Яку овсянку? Бо вона ж теж різна буває. Вона ж буває така, що... Геркулес. Наш стандартний геркулес. Дешево і сердито, скажімо так. Да, очень дешево, очень вкусно і до речі, краще, бо там же ж ці пластівці, вони не перероблені до того стану, коли вже взагалі немає ніяких жодної поживної речовини. А оце ми коли беремо такі грубі, да, пластівці, то це краще. Вот. Все просто засипала, залила молочком і все. І все. То есть 60 секунд, девчонки. Це для ледачів, слухайте. Да, утром це сніданки для ледачів. Ну, ребенок, ви можете спокійно сказати, это вкусный десерт. І ваш ребенок вам поверить на вкус. Потому что дети проверяют на вкус. С мужчиной, не знаю, не очень-то, наверное, им больше нужно. Кашу. Мы потом подойдем к другому варианту. Да. Омлет. Это вернемся теперь к яйцам. У нас в данном случае здесь омлет с овощами. Вот, уже сразу яйца, взбитые солью, с перцем и много различной зелени. Я очень люблю шпинат.
Очень люблю шпинат, потому что это зелень очень богата белком. Это зеленое мясо еще. Да, да, это прекрасно. В омлете это замечательное сочетание. Тобто ви подрібнили, да, так миленько, і туди додається. Да, плюс ще укроп, петрушка і вся-вся зелень, яку ви любите. Приготовлення ровно зайняло 3 минути. Дивіться, це гарно виглядає. От просто подивіться, це, знаєте, така, я б сказала, навіть святкова страва, яку можна на святковий стіл поставити. Знову ж таки, просто, дуже-дуже просто. Однак, як гарно виглядає, а по-друге, якби можна було ще через камеру вам аромати передати. Мені здається, що це, ну, дуже прекрасний просто такий варіант ранкового сніданку. Тим більше, що це більш, скажімо так, зимовий варіант. Угу. От. И вот про зимние мы поговорили, вот просто даже яйца, если у вас совсем мало времени, яйца это прекрасный продукт, вы можете просто их сварить, 2 яйца с овощами, они могут быть тушеные, они могут быть свежие, и вы покушали. Як часто, до речі, знаєте, про яйця ми ж говоримо, що це прекрасне, да, джерело білків, однак як часто можна їх споживати? Це по-перше, а по-друге, як багато, бо знаєте, хтось так сяде, от я по білочку погуляю, а скільки можна? Смотрите, 3 рази в неділю – це точно норма. Одне. Нет, не одно. Почему? 2 яйца, если мы говорим о взрослом человеке, 3 раза в неделю – это будет норма. Вот. Можно даже, в принципе, 4 раза в неделю. Но у нас же есть еще замечательные такие продукты, как творог. Навещо нас нам обмеживать и лишь помните, яйцами. Мы говорили, да, о разнообразии, и оно должно быть. Потому сегодня тоже задача была быстро, вкусно. И вот у нас есть первый вариант, это очень вкусно. Это сочетание творога и фруктов. В данном случае это творог, чайная ложечка меда, и пол банана, и клубники, ну, где-то 70 грамм. Так как у нас сейчас не сезон, клубника замороженная. Это не обязательно должна быть клубника, это любые ягоды, которые могут быть заморожены. Ваши морозилки, вы знаете, что это. Да, то есть я люблю очень клубнику, малину, я стараюсь морозить, плюс смородина. Вот, если же... До речі, дуже корисно в тому плані, що зараз, коли от на порозі стоїмо грипу, да, епідемії, то це ще й такий заряд імунний. Да, для тех, кто правильно завтракает, эпидемия нипочем. Так. Вот. Чому таке рідке? Це за рахунок того, що перемололи? Оно не рідке. Оно такое вот церковная маса получается. Так, так. Да. Густой йогурт. Да, как густой йогурт. То есть можно будет попробовать. Очень вкусно, очень питательно. Также и для мужчин, и для женщин. Такую скляночку можно наесться. Да. Здесь где-то 250 грамм. Угу. То есть ваш завтрак, кстати, по поводу количества. Завтрак может быть очень полезным, но если все-таки он был очень большой, то реакция будет такая же, как и, например, после неправильного завтрака, потому что вы просто много съели. Вы переели. Да, потому старайтесь, чтобы все-таки ваша порция не превышала 250 грамм, то есть это вот норма. Можно даже до 200 грамм, если мы говорим о женщинах, и в зависимости от типа телосложения, то есть это может быть и 150 грамм, 120 грамм, то есть это вы уже сами подсят. То есть вы должны чувствовать приятное наполнение и насыщение. Так, да, так. И здесь такой зелененький. Да, это немножечко для тех, которые хотят худеть, но не только. То есть если вы еще хотите иметь хороший цвет лица, хотите витаминизироваться, также хотите очистить свой организм от всего лишнего, отличный состав, творог. Немного кефира или йогурта, что у вас есть в холодильнике, смотрите сами. Много укропа, много петрушки, половинка авокадо. Она придала такую маслянистость, замечательную консистенцию этому завтраку.
вот, и огурец. Но огурец вот сейчас, так как это не сезон, будьте внимательны. Честно, он может или же сделать ваше блюдо, или испортить его. То есть, если нету качественного огурца, лучше его вообще не брать, а дождаться лета, когда он действительно будет настоящим. Вот. Ну, і... дійсно таке різноманіття, да? Дивіться, і солоденьке, і таке, я б сказала, більш нейтральне, да? І жіноче, і чоловіче, тобто різноманіття. Я хотіла вот сказати ще немножечко о этом завтраке. В даному випадку я його зробила в виде смузі, тобто воно немножечко таке вот ближе. Це залежить від того, добавите ли ви, яке кількість йогурта, допустимо, ви туди добавите. Також це можна використовувати в виде очень класні намазки на бутерброд. От, до речі, щодо бутербродів, з великим рахунком у нас традиційний сніданок – це бутерброд. Тут виключення бутербродів, тут немає бутербродів. Знаєте, от, навіть сам факт бутерброду, він має бути. Може бути корисний бутерброд. Звісно, от зараз у нас дві тарілочки, на які ми зараз швидко підготовимо бутерброд. Тобто, основою бутерброда у нас, звісно, якщо у нас бутерброд, то всі скажуть, як от, да, бутер, хліб. Знаєте, зараз буде такий іспит. У нас 2 хвилини до кінця ефіру. Оля пообіцяла швидкий сніданок, хочу 2 бутерброди за 2 хвилини. Вот, замечательно. Первый вариант, так как мы все-таки говорили о мужчинах, конечно же, у нас здесь есть кусочек мяса, и мы быстро сложим. Но если есть мясо, должна быть зелень обязательно. Потому мы берем, мы можем использовать вот первый вариант, сделать такую замечательную соус намазку. Такой, это да? Соус, да. Так как здесь у нас есть авокадо. Это замечательный источник жиров, омега-3. Потом мы ложим лист салатный. Угу. Потом мы ложим кусочек мяска. Мясо, и сверху... Мясо мы відварили. Мясо в пароварке приготовлено. Все. То есть это может быть любое нежирное мясо. В данном случае это индейка. Угу. Вот. И вы украшаете теми овощами, которые у вас есть. И вот у вас буквально за 15 секунд появился вот такой вот традиційний бутерброд, який не дуже традиційний, однак він дуже гарний. Да, сверху ви можете положити ще соус, это то количество, ну, которое вы вот хотели бы, будете уже пробовать по вкусу. Перший є. А второй бутерброд будем делать с яйцами, тоже источник белка, более легкий вариант. Мы в данном случае можем его сделать без соуса, можем с соусом, это по желанию. Вы можете просто, если вы любите авокадо, вы можете масло заменить авокадо. Вы берете просто авокадо, растираете солью и специями и намазываете хлеб. Намазываете его. Олю, я надзвичайно вдячна. Единственное, хочу спитати. Скажите мне, будь ласка, можно складывать разом мясо и яйца? В одному бутерброді? Все, можно, конечно. Краще разводить. Но лучше, да, с точки зрения усвоения, делать это отдельно. То есть это сочетать лучше с зеленью. И быстро про хлеб. Хлеб бездрожжевой, с цельнозерновой муки. Или же вы берете хлебцы, или же длинненький лаваш. Так. Вот, такой вариант тоже возможен. Все, вдячна. Знаєте що, снідайте правильно, снідайте смачно і снідайте, головне, корисно. І головне, снідайте в будь-якому разі, бо кава просто то не є сніданок. Це була програма «Час поради». Дякую, Оля. Дякую вам, шановні. Зустрінемося обов'язково після сніданку.